Так, ребятки, привет. Лига BFC возвращается, и мой первый соперник это Эдди Альварес. Не знаю, как играет парень, я уже не помню, уже давно с лигами мы не занимались, поэтому интересно, что парень будет делать. Так. Уф. Хорошо. Моба универсальные, то есть у обоих есть неплохой бокс. Уф. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть у обоих борьба. Ой-ой-ой, как же он жестко херачит, на самом деле. Очень жестко. Как же он сурово дерется, если честно. Я после Ultimate Team, конечно, такие жесткие топы. Круто. Ой-ой-ой. Молодец, хорош. Нормально. Живем. Ну, парень очень жестко играет. Я что-то даже не ожидал. Не ожидал я такой прыть от него. Хорошо. Очень хорошо подловил. Блин, я надеялся, что я его вырублю этой херней. Но мы попытаемся максимум выжать из этого. Не получилось максимум выжать. Ну ладно. Такие большие комбинации бьет. То есть из-за этого немножко он подсел по стаминке. Хорошо. Но я буду добивать, конечно же. Я буду пытаться, потому что у меня у самого здоровья нет. Сейчас любой, кто первый зарядит хороший какой-то удар, может послать соперника в нокаут. Вот он пока зарядил, да? Неплохо. Не, очень хорошо парень играет. Прям очень хорошо. И я даже... Удивлен. Я думал, первый бой будет не такой жесткий, ребятки. Я думал, не такой будет жесткий первый бой, но видите, как получилось так. Получилось вот так вот. Сурово, если честно, блин, прям сурово. Тут отлететь, вот реально один удар отлететь. Ля, а у него восстановление хорошее, Оливерс. Ну, Оливерс там и здоровье хорошее, и восстановление, видимо, неплохое. Ууу, какая нога, блин, Андрей. Как же я плохо закатал сейчас. Опять ногу хотел вставить, блин. Нифига. Начал преследовать меня, как хищник. Блин. Так, а я выживу? Ну, пока выживаю, да. Наверное, ненадолго, да? Хорошо. Выжил. Ох, ебануться. Ну, все, я съехал, да? А-а-а, жестко. Блин, немножко. Совсем был на тютельку от победы. И все-таки не смог. Но ничего, ребят. Бой все равно был красочный. Я думаю, он вас порадовал. И...
Ну что, сопернику респект. Очень хорошо дожал меня. Очень хорошо дожал. Посмотрим повтор. Вот он, хук, который привел к нокауту. Это было жестко. Это было очень жестко. Блин, обидно. Обидно первый бой проиграть. Но у меня часто такое бывает. Так что я думаю, вам не приходится удивляться.